И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас Epic Minigame. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Добавили новые режимы, давно мы не играли в Roblox. Пора же освежить память и немножечко затащить. Димон, сколько мы уже не играли? Месяц, наверное, да? Да, давно не играли. Кстати, вот какой-то странный режим, я не пойму, что здесь делать. А я помню. Нет, не помню. Не туда я побежал. Какой-то странный режим, если честно. Классный. Четкий режим. Странный. Просто надо шарить. Шарить надо? Конечно. Хорошо. Скорее всего, я проиграю. А чё ты так уверен? Не знаю. Говно. Я вот не знаю, куда мне идти. Просто тут сколько стрелочек. Да-да-да, тут куча всего. Так, а, я понял. Тут стрелочки показывают, куда мне бежать надо. Блин, я нет. Проиграл из-за тебя. Нет. Так, это чё, давайте нам новые режимы. Ну, этот помню XPD. Режим, тут бежать. О. Кстати, этот режим я помню. Здесь надо, ребят, подняться на гору и умереть. Ловушки сыпаться всякие. Угу. Ты сейчас сольешься, Димон, смотри. Тут будут валуны, обрывы, все, в общем, все на кучу. Все, давай, Димон, сливаемся. Смотрим. Давайте. Сейчас здесь очень много всего будет происходить. Паркур. Так, движ так. Полный. Щелегик. Кстати, кто самый первый бежит, тому сложнее, наоборот. А чё? Потому что он ловит в основном все, что люди не видят. Так. А выиграет тот, кто первый пробежит, или... А нет. По идее, по времени просто. Вот, блин, говно. Тут все могут выиграть. Вот, я, кстати, до снежного биома доходил, но я помню, что дальше не доходил. Вот здесь. Блин, я упал. Вместе со всеми челиками. Ха-ха-ха, блин. Димас, я поднялся выше. Да ладно. Кстати, я тут уже не был. Ого. А я специально поддался, упал со скалы. Я первый раз прошел этот режим. Офигенно. Ладно, я разогреваюсь только. Сейчас я затащу. Давай. Не любил никогда паркур. Ну да, ты же не паркурист, Дима. Да, я люблю там постреляться, там, или на скилл, там, на скорость что-то, на реакцию. Такое люблю. Понял. Так, это я тоже помню карту. Опять, блин, да что все сложное. Так, а что здесь надо делать? Я не помню. Мы, наверное, это не играли ни разу. Молотком, что ли, драться? Сейчас посмотрим. Похоже на карту, да. А, на Димас, царь горы эта игра, понял? Я вспомнил. Меня сразу... Надо, кто стоит наверху, тот больше всех очков, да, набивает? Да, надо просто очки набирать. Нужно, Димас, даже не сражаться, а очки тупо набирать. Вот, ты просто стоишь и набираешь очки, Димас. Смотри, мы с тобой, кстати, уже стоим. Да. Я просто бегаю и никого, ну, чтоб меня никто не мог ударить. И тебя, Димас, Дима, это не я. А, говно, не трогай меня. Блин, я скатываюсь так. Блин. Значит, надо, Диман, бегать и лупить тоже. В чем прикол? Я ударил человечка, а он меня не ударил. В итоге я отлетел. Офигенно просто. Блин, это жесть. Бедный мой котик. Да что ж я такое, застрял в текстурах, говно. Сложно, очень. У меня 18 очков, но я так понял, выиграет тот, у кого больше. Они просто, если столько набрать, допустим. Так. О, Димас, ты чё меня откинул? Вот засранец. Это не я был. Это ты. Нет. Ты, про. О, чувак. Да ладно, у меня было мало? У меня было 21 очку, а у него у победителя 32. То есть, ничего себе он там простоял. Просто я сначала завтыкал, что делать, потом вспомнил. Надо было сразу бежать на гору. Надо было скооперироваться, но ты меня О, мое любимое. О, паркур, класс. Это тоже паркур, только вверх. Я это проходил, кстати, это легко. Да, я кстати, тоже проходил, но из 5 раз только один раз прошел. Тут сложно, тут надо поднимать, как куда что поедет, и успевать. Да вроде тут получается. Все, погнали, 3-2 раз. Так, сейчас будут давать минуту, чтобы нам залезть, ребят. Смотрим. Опа, первая штука пошла. Бомба. Так. Чик. Чилик. Димас, я выиграл. Так быстро? Да, я самый первый вышел оттуда. На 48 секунде. Офигеть, ребят, это рекорд вообще. Рекорд? Мне кажется, никто так еще не поднимался, как никто, я. Никто, ты один. А я не могу подняться. Вот бывает везет, бывает нет. Сегодня не мой день, тащилова. Ну так, кстати, да, там бывает, ты летишь на бомбе, и рядом с тобой никаких бомб нету. И тупо тебе надо падать сразу. Да, вот бывает везет, как-то сегодня не могу затащить. А тут я просто взял, залез на бомбу, сразу передо мной вторая запрыгиваю, еще одна. Да, еще, блин, смотри, не получается. Круто. Теперь буду ждать, пока вы закончите. А, можно уже посмотреть. Я прошел!
14 левел, наконец-то, ребята. Такого у меня какой? А, 12. Не, ты побольше играешь меня. Ну, наверное, да. Чуть-чуть. Ярик, наверное, играл. Не-не-не-не-не, я сейчас туда себе куплю. Я уже купил себе эффект, сейчас его применю. У меня есть чаша с водичкой из-под крана. Мороженое. Дима, смотри, какая у меня эффектишка. Водичка. О, это кинжалы, да? Да, аккуратно, они могут тебя порезать. А из меня какие-то эти светлячки сыпятся. Это жалко. Самая дешевая фигня. Дешевая. Ты дешевка. О, да, твое любимое, Дима. Да что сегодня один паркур, алло, хватит. Я не хочу паркур. Это Не, вот этот паркур сложнее, кстати, чем другие. Тут надо на метеоритах очень паркурить мощно. Тут надо еще рассчитывать. Надо аккуратно, в общем, играть тут. Да-да-да, я спорю. Не спорю. Я спорю. Нет, кстати, я вижу, чувак еще впереди меня идет. А это ты, Димон? Блин, Димон! Я так хорошо прям играл. Впереди меня какой-то челик, а это ты. Да. Так, Димон, я наблюдаю за тобой. Умри. А не, выиграй. Я боюсь проиграть. Не, Димон, ты выиграешь, я в тебя верю. Да у тебя винтериты ближе расположены, у меня дальше были. У тебя читерская фишка. Не, нормально. Да, я вижу, как-то нечестно. Да сколько мне бежать? Да как? Ты как прилипаешь к ним? Что такое? Да как? У меня такой повтор стрёмный, Димон. Да как, что за говно? Так не может быть. Ты прилипаешь к ним в воздухе. Нет. Может, ты знаешь, что пинг... Ой, блин, это смешно. Не-не-не. Фух, Димас. Да... А ты что, один прошел? Наши руки вспотели. Ты один единственный. Фух, ну, вот это сложно. Видишь, Димон, я за тебя болел, и ты выиграл. Да, спасибо. Носовой платочек дать. Я тут кинжалами разбрасываюсь. О, волейбол. Вот это я сейчас затащу. Штуки вылетают, странно. Сейчас. Сколько вот эта моя штука стоит? Давай посмотрим. Да она бесплатно вроде дается. О, годовые кинжалы 670 стоят. Ну ты богач. Ну, ни у кого нету кинжалов. Эх ты, Димас, где ты столько денег взял? Да я на квартиру копил и потратил. В Роблоксе, да? Да. Копил в реальной жизни на квартиру, а потратил... Да. О, волейбол, ребят, смотрите. Все, перекидываем все мячи. Неплохо. Так, ну как всегда, даже у меня в классе есть люди, которые плохо играют в волейбол. Тут я тоже смотрю, не особо ребята играют. А ты в какой, синий или красный? Я синенький. Ой, человек. Это даже интересно, я хочу тебя выиграть. Ага, фиг тебе. Выиграю, Димон, я профи. Мы тут, знаешь, какие не волейболисты? Да у нас вообще тут мяча нету на нашей стороне. Так, надо, короче, все на вашей. Последние секунды, Димас, было мячей у вас больше, чем у нас. Не, Димон, мы выиграли. Куда вы выиграли? Да у нас больше очков, чем у вас. У тебя очки есть, я знаю. Так, а почему меня мяч отфигачил? А так надо, это есть на мяч, который урон наносит. Именно тебе одному. Не, у вас больше, так нечестно. Да как? Да ладно. У вас из-за больше. Из-за того, что у вас больше, мы и проигрываем. Нет, просто надо по мячу, Димон, бить. Спасибо. Грейт джоб. Мы выиграли, ребят. Все четко. Потому что у меня два человека не играло, и мы вдвоем с челиком пинали мячи, и все. А у вас там пять человек фигачило нас. Это даже больше. Ну, у вас сплоченная команда. О, психи. Дом с призраками. О, это что-то новенькое. Давайте посмотрим. Давайте удивите нас, разработчики. Димас, ты куда пошел? Я пошел на нычку свою. Пещеру, значит, ныкаться пошел. Не успел. О, так. Кстати, это испытание. Здесь нужно искать комнату какую-то определенную. Ой, это я не люблю. Ну, придется найти. Ну да. Так, смотри, тут супер бег дают, и нужно нам искать комнату. Какую-то я найду, Димон. О, нашел, отлично. Бегу. Комнату. Димас, привези. Ха-ха, тебя убило? Не-не-не, она типа просто... Вот, нашел дальше проход. Отлично. Бегу. Вот. Все, бежим, теперь бежим за плащом. Плащ красавчик. Блин, я думал, всем дадут монеты. А только одному самому крысёнышу. Самому проворливому игроку. Самому, мощному. Ну ничего. А по сути мы открывали дверь и ходили, а он только в открытый забегал. А вот этот режим я люблю. Сейчас я покажу, как надо играть. Пострелять. Вот это я профессионал. Можно, ребят?
Димаш, сейчас я все. В тебя стрелять не буду. А я буду. Спасибо. Вот. Так, сейчас, буду короче, по всем. Оперируемся, Дима, с тобой. Будем, короче, убивать всех вместе. Я от первого лица играю, все, погнали. А, нет, 5 секунд. Лучше от третьего играть. Да. Ну, от этого, от обычного. Понял. Как у всех. Ну, мне так проще, допустим, в Роблоксе. Это же не КС-ка, правильно? Здесь надо просто хоп, поп, и все готово. Так. Чётенько. А! Растворился в воздухе. Оп. Так, от первого лица. Димас, привет. А! Я тебя убил. Ах ты жопа. Не, от первого лица. Да что я? Плохой обзор, Димас, у меня от первого лица очень. Да? Не сык. Да. Я хочу видеть больше. Девочка хотела меня убить. Кажется, я кого-то уже съел. Я, не убивай. Говнюк, не убивай. Я не стреляю, я бы убил бы тебя сразу, я не попадал, Димон. Я рядом стрелял. Блин, я извиняюсь, я просто увидел. Да ладно, ладно, я хотел тебя убить. Я так и знал, я смотрю, летит меня штука с той стороны. Да блин, как это так, у меня пули сквозь этого челика пролетали. А вот читеры. Так, я буду этот паркурить тут от вас всех. Оп. Оп. Оп, кривой человечек. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока.